Уважаемые жители Щелковского муниципального района, приглашаем вас посетить праздничные мероприятия. 24 декабря в Щелковском районном культурном комплексе в 12 и 15 часов состоится новогоднее представление для детей «Бенгальские огни». В городском поселении Свердловский в культурно-спортивном комплексе «Городище» в 11 и 14 часов пройдет новогоднее представление для детей «Дед Морозко». В сельском поселении Анискинское в Доме культуры поселка Биокомбината в 11 утра и в половине пятого вечера состоится новогоднее театрализованное представление «Морковный снегобум». В сельском поселении Гребневское в Центре культуры и досуга Гребнева в полдень пройдет елка главы сельского поселения Гребневское. В сельском поселении Трубинское в Доме культуры Литвинова в 15 и 18 часов состоится новогодняя развлекательная программа «Вокруг елки».